Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так, Лига Сёгун 3 звезды. Ну что, теперь давай посмотрим, где мы находимся. А мы находимся опять в Лиге Самураев 3 звезды. Прям парадокс, друзья мои. Ну прям вот, я даже не знал, что я окажусь здесь на самом деле. В Лиге Самураев 3 звезды. Да к бабке не ходи, я там и должен был оказаться, друзья мои. К бабке не ходи, потому что всегда так делается. Она всегда меня скидывает именно до Лиги Мастеров 3 звезды. И я с этим сделать ничего не могу. Нет, я могу, знаешь, что сделать? Я могу жить в этой игре, и тогда я, наверное, не упаду. Но давай-ка как-нибудь без этих вот выкрутасов. Будем играть нормально, спокойно, без нервов, без кипиша. Ну куда мы с тобой сегодня попадем? Да хоть куда. Но в первую очередь, естественно, мне нужно вернуться в Лигу Сёгунов. Уже вернулся и... Чё и? И все. Лига Сёгунов, ребята, это только начало. Это у нас идет отчет. Нам нужно с тобой... В Лигу Мастеров я вряд ли, конечно, сегодня попаду, если честно. Просто не получится. Но... Но что но? Ну, можно постараться, можно попробовать. Было бы неплохо, если бы мы с тобой, ну, попали бы в Лигу Мастеров, если честно. Было бы очень даже неплохо. Да это, в принципе, наверное, и реально сделать, мне кажется. Если, ну, нормально втапливать, не хандрить. Давай посмотрим. Ребят, я специально сейчас беру высокоуровневых персонажей. Ну, по одному. Потому что в конце у нас получается какая с тобой ситуация. У нас враги сосунки, а мы с тобой доходим до 70-х уровней, и, соответственно, они их просто там разносят в пух и прах. Поэтому я решил делать одно. Это наше раньше, вот вообще мы всегда так применяли, ребят. Брали одного сильного персонажа и четверо, например, слабеньких. И таким образом мы с тобой проходили довольно причем успешно. Это потом меня уже попросили, играй на равных, чтобы было интересно. Я не понимаю, в чем тут может быть, ребята, интересно, когда мне нужно, блин, очень-очень быстро свистать, как говорится, наверх. Зачем мне вот это вот? Зэк нам здесь не нужен. Элементарно, ребята, объясню, почему. Потому что, во-первых, мы здесь можем своими силами справиться. Это раз. Ну, а во-вторых, если Рафаэль возьмет провокацию... Да, они даже, наверное, не успеют сходить. Ну, нет, смотри-ка, Майки, труп. Потенциальный труп. Слушай, я зря смеюсь, у них здесь, кстати, слэш тоже имеет массовый. Так, смотри, уже здоровье-то. Опа-на. Так, ну-ка, Лео пробьем, интересно, мы. А если так? Да, конечно, засранец. Кто бы сомневался, что ты будешь именно это делать. Слэш, тебе крышка. Слэш не упал, ребятушки. До не упал, а слэш не упал. Давай так сделаем. Мне главное, чтобы на Рафаэле не пропал, ребят, провокация. Иначе они начнут тут... Вот заметь, у них 51 уровень. Мои ребята 56 уровня, они не могли даже нанести достойный урон. Достойный урон они не могли им нанести. Соответственно, такое ощущение, что это мы играли с тобой не с 51 уровнем противников, а с 36, с 37. То есть вот по ощущению складывается именно вот такой вот, ребят. Никак не может быть, чтобы мы с тобой всего лишь там на 5-6 уровней выше их были, а наносили урона меньше, чем они. Ну, это по априори, ребят, невозможно. Либо игра здесь статистику занижает до самого «не хочу». Либо здесь так специально сделано, что какой бы противник бы тебе не был, бы не доставался, он всегда будет чуть-чуть сильнее. Особенно если, еще раз повторяю, ребята, если вы собираетесь играть на равных, вот именно вот 56-й, например, твой уровень, да, бойцов, и 56-й противника, то 100% ты проиграешь противник. Вот 100% тебе даю. Это, видимо, так сделано специально, друзья мои. Ну что, 15-20.
Давай возьму здесь. Ну, здесь Леонардо одного достаточно, это понятное дело. Раз, два, три, четыре. Одно Леонардо будет достаточно, чтобы мы тут им кости пересчитали. Вот об этом я и говорил. Об этом я и говорил, говорю и буду говорить. Так, что мне там в комментах, ребят, писали? В комментах писали, что у нас... еще вчера мне писали, что у нас обновление вошло в силу. Это «Вперед на зомби-войну». Я, правда, не заходил, друзья мои. Но сегодня я, наверное, зайду и гляну, что же там... что там новенького включили. Потом мне еще говорили, Рэй, типа... готовьтесь, скоро будут новые уровни. Я имею в виду, новые уровни вообще будут? Или как всегда какой-нибудь уровни старые, но просто какие-то новые задания по этим уровням? То это не считается. Я как бы считаю, ребята, если все остается старое, но что-то добавляется немножко нового, я не считаю, что это но супер обнова. Вот и все. Супер обнова — это когда у тебя новые уровни, новые юниты. Ну, новый юнит даже... поскольку, ребята, интересует, все-таки хочется новый контент, новые уровни. Вот именно уровни. Потому что мы все... новые зомби тоже, кстати, было бы неплохо. Не супер усиленные старые зомби, а именно новые. Вот это было бы, ребят, действительно, ну, как бы, толк в этом. Это интерес был бы. Потому что я вот смотрю, все старые игры... в последнее время получили очень много дополнений и обновлений. Практически все. Единственное, которую, ребят, я не могу запустить игру, это Hill Steel, как она там называется, про танк, помните? Вот я ее не могу запустить ни на одном эмуляторе. Я не знаю почему. У меня такая же проблема с Shadow Fight 2, ребят. Я решил поиграть, она запускается, но на ней не работает у меня подземелье. То есть я могу проходить истории, но я не могу заходить в подземелье прокачиваться. Вот это меня, блин, бесит. А мне нужен именно полный контент, чтобы были и подземелья, ну и все соответствующее, сопутствующее этому. Вот. Шейд тоже, ребята, долго не запускался, с какими-то ошибками, с какими-то багами. Потом я его вроде бы запустил. Теперь он вроде как работает. Вот. Надо будет Shadow Fight 3, кстати, поиграть. И все, я никак, ребята, не могу добраться до Shadow Fight Arena. Ну, хотя арена, я не знаю. С моим профессионализмом тайм играть, мне кажется, меня там ушатает в 3 секунды. Нет, не сразу в 3 секунды ушатает. Там дадут мне немножко там... как сказать-то? Размяться, а потом крах будет. Так, давай попробуем поджечь их. Блин, ты посмотри, какой голодранец, а? Не захотел погибать. От горелки. Так, ну что же, мы с тобой переходим. Да, друзья мои, удивительно. Лига Сёгунов 3 звезды. Может быть, все-таки попадем в Лигу Мастеров сегодня, а? Было бы очень хорошо. Было бы прям белиссимо, если бы у нас это все получилось. Так, до 70-ников мы еще пока с тобой не добрались. Но я, ребят, еще раз объясняю. Это благодаря тому, что мы с тобой берем 4 слабых и 1 сильного. То есть мы как бы и продвигаемся с тобой, да, и отыгрываем бойцов. То, что надо, это золотая серединка. Поэтому лучше ее придерживаться. Почему я всегда и говорю, ребята, прокачайте 4 персонажей с массовыми атаками по полной программе. И дальше у вас пойдет офигенный прогресс в игре. Просто вы будете, я не знаю, там, всех рвать и метать. И двигаться при этом. И получать награды. И, соответственно, чем больше наград, тем больше осколков. И жетонов, и всего-всего-всего. И, соответственно, вы дальше прокачаетесь. Как у меня. Все персонажи есть. Сейчас у нас что? Наша задача их прокачать по скиллам и по уровню. То есть они все есть, но далеко не все сотого уровня, и далеко не все прокачаны по... Я уже там молчу, ребят, про 7-й уровень скилла, хотя бы до 6-го их добить. Потому что на 7-й уровень нам понадобится очень много, ребята, экспертов снаряжения. Очень много. Там на один скилл, если не ошибаюсь, там по 6-7 экспертов снаряжения. А мы с собой в неделю зарабатываем, дай бог, 1, 2, 3 в лучшем случае. Вот теперь суди, сколько надо сделать.
недель пройти, чтобы мы с тобой накопили нужное количество. Да дофигища. Так, ну что, Крэнк. А вот, ребята, и 70-й уже уровень. Прекрасно. Ну что же, 70-й уровень, так 70-й. Опять же, друзья мои, накопилось у меня очень много видосиков, которые я не успеваю выложить. У меня там и буст уже понедельничный, и еще там, и для второго канала очень много. Я не знаю, что, почему мне так тяжело их выкладывать. Так это муторно, муторно. Выложить, это вбить, картинку вбить. Мне почему-то, еще раз повторяю, намного проще снять игру, друзья мои, чем ее выкладывать. Серьезно, это головная боль, это придумывать название, это... Все это заполнить, посмотреть, блин. Да, долго, нудно. На стримах такого нету, ребят. На стримах запустил, он фигари там. Не, ну конечно, там тоже надо перед этим все придумать. Там название, там еще. Ну это ерунда по сравнению с тем, что вот когда ты так выкладываешь. Вот. Так, ну что у нас? Да, друзья мои, мы с вами доберемся сегодня до Лиги Сюганов. И это очень круто. Так, что такое? Такое ощущение, что как будто что-то щелкает. Или хрустит. Так, поехали. Что у нас тут? Ваня. Караюшка. Давай. Вот, смотрите, ребята, насколько Ванька слабак. Ну, я имею в виду не по силе слабак, а по инициативе. То есть вначале сходила Карайка, потом Змея Карайка, потом только Ванька. Да, ну вот мы с тобой и в Лиге Мастеров. Замечательно. Так, погнали тогда дальше. Значит, беру майки, кунаичи. Да, тут уже все. Тут уже можно всех брать. Потому что они практически все сравнялись. Уже там сотки пошли. Вот это меня удивляет. Вот меня вот это поражает, ребята. Ну, сотого уровня. Майки сотого уровня против Карайки, блин, 70-го. Он ее даже с двух ударов ее не ушатал. С двух ударов не ушатал, ты понимаешь? Ладно, там с первого удара не положил ее. Но со второго-то удара, блин, должен был завалить. Нет. Нифига подобного. Вот это меня всегда и убивало в этой игре почему-то. Давай, наверное, возьмем вот этого. Так, ну что, маузеры у нас тут остались. Раз, два. Три, четыре. Давай вместо, наверное, Джастина я все-таки возьму Алапекс. Кстати, Алапекс нужно поднять, ребят, по уровню. 87-й уровень надо ей уже набивать, в конце концов. Я не знаю, у нас там хватит мутагена сегодня или нет. Надо будет посмотреть сейчас. Так, а ну-ка пробьем. Банзай, отлично. Ну что, друзья мои, победа здесь за нами. Сейчас еще и женевки выполним, само собой. Так, 44-я позиция у нас. Ну, давай посмотрим, где у нас Алапекс. Вот она, навыки. Ну, друзья мои, 88-й уровень. Шикарно. Так, а по скиллам мы прокачиваем с собой Рафаэля Оригинала, да, получается? Начинаем, продолжаем, точнее, массовые атаки качать. И нам нужно 8 ящиков с инструментами найти. 1. Так, 2. Тихо, тихо, это нам не надо. 2. 3. 4. 5. Так, 6. 8, да? 7. 8, по-моему, 8 ящиков нам нужно было с инструментами. А, все. Ну что, ребят, до 4-й ступени прокачали и...
Ну, давай катушки эти попробуем найти. Одна есть. Так, вторая. Третья. Что там гремит-то? А, понял, друзья мои. Это сверху соседи. Шары какие-то там опять гоняют, блин, по полу. Дурики, не спится нифига в 9 часов вечера-то. Так, я сбился со счету. А, еще два. Еще две катушки с пленкой. Че он там катает, идиот, блин, на дома, блин. Знаешь, такой, такой неприятный, когда шар по полу катает. Такой гудящий звук, блин. Идиота кусок. Так, ладно. Забираем здесь задание. Нам нужно пройти еще серию испытаний. Серию испытаний. Ну, вот это вот пройдем быстренько с тобой тут. Один поединок. Так, раз, два, три, четыре. И, наверное, я возьму майки. Почему майки, ребят? Ну, совсем забыл, что пицца здесь нужна. Блин, твою налево. Как я так лопухнулся, ребят? Пицца где-нибудь есть? Нет, тут мутаген. Так, подожди секунду. Энергия, пицца. А ладно, бог с ним. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Тут одна волна, так что... Главное, чтобы майки хильнул, ребят. Все, майки хиляет. И понеслась. Армагон волнчик свой заряжает. Два в труху. Да и Донни, наверное, добьет их остальных. А, ну да-да-да, конечно же, отложенная смерть, я и забыл совсем. Как-то так, друзья мои, как-то так. Блин, сегодня намазался после тренировки мазью согревающей. Жжет до сих пор, а прошло уже хрен знает сколько времени, ребят. А мазь, знаешь, как называется? Капсикам. Болеутоляющая, разогревающая мазь. Блин, ценник, 500 рублей. Насчет болеутоляющей не знаю, но то, что она жжет, жесть какая-то. Я граммулечку всего лишь растер. Все. Во-первых, мне кожа покраснела, я пошел, думал, может, у меня аллергия какая-то. Нет, вроде спала все, ну, краснота это спала, но все равно такое жжение жесткое. Так, ну, раз мы с тобой это, давай тогда дальше продолжим искать на... Раз у нас пицца есть. Так, что нам надо? Нам... А, катушки с пленкой мы с тобой не нашли еще. Одну штуку нам надо. Так, катушка с пленкой. Подожди. И 12 автомобильных номеров. Так, второй. Это третий. Четвертый. Все, ребят, пицца кончилась, к сожалению. Ну что, я считаю, что сегодня неплохо. Ребят, в Лигу Мастеров мы с тобой вернулись. Закрепиться, конечно, не закрепились. Но, тем не менее. Почему не закрепились? Закрепили 44-й ранг. В принципе, до завтра у нас должно хватить. То есть я зайду, я должен еще в Лиге Мастеров, наверное, быть. Ну что, друзья мои, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.